И накануне глава государства встретился с послом Молдовы по случаю завершения его миссии в Беларуси. Георгий Хиуары возглавлял представительство в нашей стране на протяжении 7 лет. По словам главы государства, Беларусь и Молдова всегда поддерживали и будут поддерживать друг друга. Товарооборот между странами за прошлый год превысил 227 миллионов долларов. Уже начало 2017-го показывает рост белорусского экспорта на 44%. Президент поручил проанализировать эти позитивные тенденции Министерству иностранных дел. Нынешний год насыщен для отношений двух стран. Уже этим летом состоятся визиты в Минск президента и премьер-министра Молдовы.